Нет, думаю, никогда не сможем наладить отношения. Во-первых, нас Запад не хочет и не любит. И не хочет. Мы хотели быть в Европе. Хотели. Вот, всей страной хотели. Нас боятся. Они правы, я их понимаю. Они боятся. Это огромное пространство поглотит их. Поглотит, как многих поглатывало. Так как жить так, как они, мы никогда не сможем. Так, жить так, как мы, они никогда не смогут. Там совершенно другие прививки. Потом наша страна деревянная, у них каменная, наша деревянная. Тут много чего, природа, просторы. Единственное только, они бы, конечно, хотели бы все это забрать у нас, ну, всю нефть, там, воду, вот, и чтобы жить не думая. Вот, у них там есть эти проблемы. Но не пуская нас. В конце концов, это вот дошло до сегодняшнего дня. Вот эта вот гиря до полу дошла. Мы пришли в точку невозврата, когда надо решить, как мы друг к другу будем относиться. То ли они будут к нам относиться как к недоделанным, как к недоумкам, у которых столько всего, что они не знают, что с этим сделать. То ли как-то надо поменять и сообразить вообще, как нам друг с другом жить. Мы сейчас это решаем, я так понимаю, такой период. Мы что-то решим. Но такое какое-то проникновение, взаимопонимание, такой дружбы никогда не будет.